Всем привет, ребята, с вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня вместе с вами угадайте, что я буду делать, правильно обсуждать, показывать, рассказывать про бэк, спросить, откуда, с кем, правильно, вместе с Амиром Гумеровым. Поехали! Всем привет, с вами Амир Гумеров, и сегодня у нас на фотосессии Елизавета Шубина. Всем привет! Лиза занимается блогингом, да, моделингом, чем еще? Танцами. Короче, да, ссылочка на Лизу внизу в описании видео. Кто не знает Лизу, ну просто сложно объяснить в двух словах, да, кто такая Лиза. Короче, блогер, понятно, известный блогер. Ссылка внизу в описании видео. Мы начинаем. Ты готова? Да. Итак, фотосессия у меня была в прекрасном белом костюмчике. Обзорчик на него видели в прошлом видосе. Там это... Вот тут пиликайте, переходите, смотрите, лайкайте. Сначала, честно говоря, я не знала, как мне начать, что делать, тем более это уже была завершающий костюм моей фотосессии, поэтому как бы я была уже уставшая, хотела очень сильно есть, у меня все силы просто были стреплены, поэтому я там так, знаете, поляшненько, но все равно пыталась. Я поправила шляпу, вся такая, пыталась как-то нормально встать. Когда я хочу это начать делать более-менее нормально. Вот. После этого я начала уже более как-то продуктивно двигаться, снимать там шляпу, одевать там штанами, вот эти вот юбку-штаны, костюм и, в принципе, как-то там вот прыгать. У меня шляпа свалилась. Вот. И всякое такое. Тут, да, прям-таки я такая вся кручу шляпой, потому что не знаю, что мне делать. Но все равно получается, в принципе, более-менее красивый. И, кстати говоря, все фоточки вот эти вот с костюмчиками, с планечками, там, из моих фотосессий с Амиром Гумеровым, можете посмотреть в моем инстаграме Елизавета Шубина, можете посмотреть в моем ВКонтакте Елизавета Шубина и в моем телеграме Елизавета Шубина. И все это будет, ссылочки в описании. Я такая решила, типа, как обычно, в стиле копненько посидеть на картонах. Там очень красиво все выглядит, и там подо мной была очень красивая шкурка, коровья, такая с пятнышками, вся прикольная, я на ней поковырялась, попрыгала в данных кадрах, вы это все видите. Сзади также стоит у меня красивый очень такой диван с разными там подушечками, туда же я уже закинула опять шляпу, опять сижу, позирую. Вот, здание... Комната там очень большая, просторная, классная. Там дальше у меня стояла картинка. Тоже она такая вся в кляксах, очень классная. Такая, знаете, такая, не знаю, осенняя, прям такая вот атмосферная, прям, знаете. Вот, такая вся эстетичная, креативная, стильная картинка. Вот. Здесь я уже надела шляпу, сижу такая с носиком, не сложила их, сижу, фоткаюсь. Вот, я такая решила в данном кадре я перебиралась на диван. Ну тут я просто уснула, знаете. Просто я решила поспать. Так, нормально. Хорошо. Там диван, кстати, гора очень мягкий, поэтому можно было легко уснуть, тем более я была уставшая. И могло быть это было раз-два. Ну, прикиньте, так вот уснула, тебя фотку. Лиза, Лиза, а ты не алё, ты спишь. Классно, да? Тут я решила тоже в стиле какого-то, не знаю, то ли голубенько, то ли нет. Ну, короче, тоже какие-то такие странные стили, типа, знаете... Мало. Thank you.
На стул, он очень классный, очень сильный стул. Мне на нем хотят сделать сразу там по 100 фото, как я сижу, лежу, прыгаю, там, не знаю, встаю на него, падаю и так далее. Тут я такая решила подкинуть шляпу, да. Загадываю, потом я отхватила эту прекрасную белую шляпу. Ну, это не важно. Вот, стул реально очень классный, конечно, было очень стрёмненько на нем стоять, потому что он шатался. Ну, думаю, понятно то, что он там не сильно такой прям тяжелый, он такой, знаете, средний. А вот на нем лежать, сидеть, как-то там вот, как я сейчас примерно сижу, вот достаточно прикольно, нормальненько, осторожненько, в принципе, классно. Стол такой зверистый какой-то, очень такой креативный тоже, и когда все подходит, и, ну, в принципе, черный цвет всегда когда все подходит, поэтому классно, да. И, знаете, у нас получился какой-то прям инь-янь, потому что я вся такая белая была, такой весь черный, и прям такие, судьба, короче, да. Я не. Ну, прям половинчатые такие, ребята. Вот. Тут я просто сижу, шляпу закрываю лицо, пытаюсь что-то поделать. Все еще на этом стуле. Честно говоря, я даже не знаю, что там в основном придумать на этом стуле, потому что было много вариаций, но не всем можно было их осуществить, понимаете? Все были, большинство опасные, особенно когда я вставала. Я очень сильно хотела встать, там как-то перевеситься, но я поняла, что если перевешусь, я просто улечу носом в подоконник, и мне повезут в трампунт. А мне этого не надо, ребят, знаете? Мне так там часто бывает. Мы с вами не обращаем внимания на то, что есть мой кот, мы пропускаем это мимо ушей, потому что когда всегда есть мое видео, мои коты начинают бегать, есть, прыгать, пить и делать все, чтобы мне помешать. Поэтому позвоните, забиваем. Вот. Как-то посидеть спиной, поваляться, полететь. Вот. Пока что мы просто наблюдаем, как я пытаюсь что-то изобразить непонятно.
всегда путаюсь, потому что они бы тогда путалось, это было очень сложно, потому что, знаете, ты идешь такой, поскнулся, упал, встал, пошел дальше. Не очень приятно, особенно мне пришлось проходить, чтобы поднимать как-то там, чтобы более-менее видеть свои ноги и не упасть, знаете. Ну, все-таки там, конечно, упала, но было более подбородок, но я, слава богу, ничего не разбила. Так, прошла моя фотосессия с Владимиром Гумеровым в белом костюме. Так, я, в принципе, мама обещала, я ее сделала. Поэтому, да. На этом, в принципе, мне это все. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на Амира Гумерова. Всех люблю. Всем пока.